Всем привет! Александр Владимирович вам показал разминку. Упражнение, которое он показал, ребята выполняли. Глеб, Ростислав, когда вы бьете руками, равновесия у вас нету. Значит, хочу еще раз напомнить. Встали жестко, левая нога впереди, правая сзади. На ногах крепко стоим. Не падаем, не шатаемся, крепко стали. Встали в стоечку. Левую руку, когда мы бьем, мы ее там не задерживаем. Мы бьем и назад возвращаем. Вот это важно. Отработали вот это движение. Что левой рукой, что правой рукой. Ударили и назад вернули руку. Не надо дергаться, не надо это оставлять ее там. Бьем и возвращаем. Значит, начинаем. Дополнительно к этим упражнениям, которые показал Александр Владимирович. Размялись полностью. Начинаем выполнять упражнение. Левой рукой прямой удар в голову. Удар нанесли, встали в стойку. Нанесли, встали в стойку. 3 серии по 5 раундов. По 2 минуты. 5 раундов по 3 минуты. 5 раундов по 2. Левый прямой в голову. Правый прямой в голову. То же самое. 5 раундов по 2 минуты. То есть мы встали. Вот, разгрузить надо ногу, на которой стоит, масса находится при ударе левой рукой, масса на правой ноге. А когда мы бьем правой рукой, то мы массу переносим на левую ногу. То есть нам нужно или сделать подшаг, или развернуть просто на месте, развернуть пятку. То есть у нас получается, мы ударили, назад встали, ударили, назад встали. Жестко. И все удары, которые мы бьем, смотрим туда, в то место, куда мы бьем. Выполнили это упражнение. Левой рукой в голову 5 раундов. Правой рукой в голову 5 раундов. 2 прямых удара. У нас получается 3 раунда по 1,5 минуты. То есть мы левый ударили, правый вернулись. Встали в стойку. Не надо вот это вот бить, вот так вот, как вы бьете. Двоечку ударили, встали в стойку. Ударили, встали в стойку. Следующее задание. Пришлем в следующую видеосъемку. Всем спасибо. Жду от вас информации.